произошла ужасная трагедия. Трагедия, которая тронула каждого человека, и каждый гражданин Российской Федерации не остался в стороне. Сегодня мы пришли выразить таким образом дань памяти погибшим. Мы хотим сказать, что мы едины, и не сломит нас никто. Собрались здесь нашими молодежными организациями. Зажигаем эти свечи в память о погибших. Ребята выкладывают надпись «Ом скорбит» и дату страшной трагедии. 22 марта 2024 года навсегда останется в нашей памяти. Нас не должна сломать эта трагедия, а наоборот объединить. Мы не должны никак забывать и не должны допустить, чтобы это повторилось вновь.